Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Самарской области приняли эстафету участия во всероссийской акции «Древо Сталинграда». Она приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве. В рамках акции, проходящих по всей стране, представители войск правопорядка занимаются благоустройством городских пространств. К высадке зеленых насаждений сотрудники вневедомственной охраны привлекли воспитанников подшефного отряда «Ночной дозор», образованного в школе номер 109. Мы готовы на все, чтобы защитить наше отечество, нашу родину. И быть достойными памяти наших дедов, отцов и наших шефов, сотрудников Росгвардии, которые выполняют задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности. Сегодня мы с юноармейским отрядом, с администрацией города посадили деревья молодые, которые долгие годы будут символизировать стойкость сталинградцев, которые защищали Сталинград. И многие годы будут напоминать молодому поколению о защитниках нашей Родины. В Самаре начинание активно поддержали представители городской администрации. Теперь, благодаря совместным усилиям, в городе появится около 30 новых деревьев, которые сейчас высаживаются в разных районах областного центра. Александра Гусева, Виктория Шаре, События.